Печальная статистика смертности на железной дороге в Ленинском городском округе продолжает расти. Произошел уже 10-й летальный случай с начала года. Сотрудники администрации Ленинского городского округа продолжают профилактические рейды, в ходе которых объясняют людям, насколько опасно нарушать правила. Ходят по путям, переходят в неположенном месте, прыгают с платформ. Люди ничего не боятся. То есть почему это происходит? Грубое нарушение правил безопасности на железной дороге. Очередной рейд состоялся сегодня на станции Расторгуева. Буквально за полчаса на глазах участников профилактического мероприятия четверо пассажиров перешли железную дорогу по путям. Сейчас штраф за данное нарушение всего 100 рублей. Специалисты полагают, что этого недостаточно. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области выступило законодательной инициативой, чтобы поднять данный штраф до 2000 рублей. Вот. Но пока этот вопрос сейчас в проработке находится. По словам участников рейда, еще одной необходимой мерой стала бы установка ограждения. Но силами администрации выполнить работы невозможно, ведь станция – это место федерального значения, а само РЖД бездействует.